Кисенька, да? Тоже гуляешь сегодня, да? Тепло, на пенечке, на солнышке, да? Греешься? Нежишься, да? Кисюсенька. Вот такие цветочки какой-то неопознанной капусты. То ли цветная капуста, то ли брокколи. Это надо у Ромочки спросить, какие зернышки, какие семена он грызет. Это все благодаря ему. У нас весь огород теперь засажен какой-то капустой. А это спасибо нашему попугайчику. Вот все, что он ест, какие-то зернышки. И вот они летят в разные стороны, в том числе и в огород. И вот то, что вот выросло, это она похожа на какую-то капусту, может даже цветная. Я не знаю, что ест наш Ромочка. И вот такая пшеница. Все благодаря ему у нас теперь засеян весь огород. Так, кстати, очень ароматные цветочки. Вот еще кустик вот такой капусты. Даже не знаю, что это за капуста, цветная или брокколи. Черт его знает. Вот еще. Ромочка весь огород засеял. Да, Ромочка? А также пшеница у нас есть теперь. Так что Ромочка засеял весь огород пшеницей, капустой. Это тоже можно ему сказать спасибо. Вот так вот из-за этих семечек у нас в огороде теперь растет подсолнух. Ну а здесь вообще просто заросли и непонятной капусты. Вот здесь вот такие вот будут, наверное, семена. Вот такие семена. Ну вот куда ни глянь, везде у нас капуста теперь. Или я. И вот такая вот у нас капусточка. Да, кисенька? Кис. Ну, сколько много. Весь огород буквально засеян. Вот еще. Посмотрим дальше, что из этого будет. Спасибо нашему Ромочке. Не даст пропасть с голоду. Да, Ромочка!